Здравствуйте, дорогие ученики! Здравствуйте, Ерофим Леоновна! Садитесь. Сегодня прекрасный день. Мы начинаем изучение армянского языка. Вы готовы? Да! Отлично! На парте должны быть учебник «Младший Мэгэрь», тетради «Айб», рабочая тетрадь «Бен», ваше хорошее настроение. А все это есть у вас? Да! Отлично! Итак, как каждый урок, любая встреча, любая беседа начинается с приветствия. Мы сейчас будем учить, как здороваться на армянском языке. Барев дзез! Барев дзез! Шулик, ты почему не поздоровался? Потому что я не знаю армянский язык. Давайте научим Цуйлик, как здороваться на армянском языке. Да! Вот когда утро, армяне говорят «Бари Луис». Доброе утро, добрый свет. Давайте повторим. Бари Луис. Цуйлик, ты повторяешь? Да, я понял. Умница. Когда день, мы говорим «Бари Ор». Так, повторяем. Бари Ор. А когда вечер, мы говорим «Бари Ереко». Апрек, апрек. А друзьям и ровесникам можно просто сказать барев. Или барев. Просто барев. Как привет. Барев. Барев. Цуйлик, я все видела. Надо вести себя на уроке культурно и уважительно. Хорошо, Ерофим Леоновна. Мы сегодня познакомимся с четырьмя буквами армянского алфавита. Четыре буквы. Они самые легкие. Они не первые в алфавите, но самые легкие. Смотрим внимательно. Буква А. Сначала я вам покажу печатные буквы. Вот так вот мы можем нарисовать букву А. Вы видите? Палочку. Потом чуть-чуть здесь закругляем и вторую палочку такого же уровня. И добавляем сюда крючок. Получается большая буква А. И маленькая буква А. Смотрите, в печатном виде выглядит вот так вот. Очень похоже на русскую Ш, правильно? Так, заглавная буква А и маленькая буква А. Наша вторая буква – это С. С. Вот она, наша красавица С. Так, смотрим на С и рисуем. Вот так вот. Смотрите, как они похожи. Вот такая, такой же элемент, только без ничего, без крючка. С. С. И маленькая также, просто поменьше. Очень похож на русскую И. Так, запоминаем. Это буква А, а это буква С. С. Так, запомнили? С. А. С. А. Так, и пошла уже третья буква идет к нам. Вот наша третья буква. Это называется Р. 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 Буква Р. Р. Очень часто встречается в армянском языке буква Р. Р, Р. И пишем. Смотрите, палочка. Сверху вот такой круглый крючок. Крючок. Р. И получается буква Р. Печатная Р пишется на строке. Маленькая печатная Р пишется ниже строки. В середине. Р, Р. Запомнили? Так, повторяем. А, С, Р. Еще одна буква. И все. И буква наша. Так, давайте возле Р я ставлю, потому что очень похож на Р. Теперь смотрите. Они состоят из одинаковых элементов. Здесь тоже палочка. И вот этот крючок
здесь середины. И такая же пишется маленькая И, заглавная И и маленькая печатная И. Теперь внимание, смотрим на доску. Вот наши буквы. Еще раз повторяем. А, С, Р, И. А сейчас мы научимся их написать прописными. Рукописью. Открываем для этого синие тетради рабочие. Вот тетради Бен. Да, открываем. Пишем букву А. Сначала заглавную. Посмотрите, у вас есть пример. Смотрите, как я пишу. Смотрите, какой красивый элемент. Потом палочка. Потом вот этот красивенький элемент. Получилась заглавная буква А. Теперь маленькую пишем. Почти как русская Ш. Это какая буква? А. А. Буква А. Так, пишем. Теперь буква С. Так, почти как русская И. Смотрите, как красиво и легко пишется. Заглавная С и маленькая С. Следующая наша буква какая? Кто запомнил? Так, никто не запомнил наша следующая буква? И, умницы. И, вот так вот длинная палочка. И такой же элемент, как у большой А, видите? И маленькую пишем без этого крючка. Как вы замечаете, у заглавных букв вот такие вот крючки есть. А у маленьких их нет. Вот так палочка и этот же элемент. И буква получилась. Так, и последняя наша буква какая? Какая последняя наша буква? Р. Р. Такой же крючок, такие же элементы. И заглавная буква Р. И маленькая буква Р. Вот так вот пишется маленькая Р. А я знаю маленькую Р. Умница. Как русская Р. Похож на русскую Р. Все правильно. Надо в рабочей тетради много раз написать эти буквы целыми строчками. А что надо сказать в конце урока? Спасибо за урок! Теперь внимание, то же самое на армянском. Шмор!